Итак, мы сейчас зашли как раз в Иденс, потому что Оля у нас будет учиться на маркетинг-менеджер. Бизнес-менеджмент в Иденсе. Оль, почему вы выбрали Иденс? Во-первых, мне понравилось расположение, курсы, цена, соответственно, тоже понравилась. Пообщавшись с специалистами, мне понравилось, как они подходят к клиентам. Это Оля Ковалева, да? Да. И внутренний тест по английскому языку, дистанционный, да. Ребята, дистанционный тест по внутреннему, по английскому языку, что довольно-таки редко, кстати. Вот можно посмотреть, как здесь внутри. Ну, это мы сейчас в холле находимся. Ну что, посмотрим, может быть, немножко, Оль, посмотрим, что у нас происходит в Иденсе. Да. Чуть-чуть, прям, быстренько, да, экскурс. Здесь у нас ресепшн. Зона ожидания общения со студентами. Зона фотографирования. Замечательно. Мы уже, кстати, сделали. Зона приветствия на разных языках. Даже есть на русском. Причем раз на уровне глаз. Чтобы мне подсказывать, я знаю, кто это написал. Наверное, Оля Ковалева. Нет, я уже пришла сюда работать, когда здесь было. Ясно. Здесь у нас один из компьютерных классов. Он для всех? Он для всех желающих. Кто учится в нашем колледже, можно в любой день прийти, в любой момент прийти, залогиниться и пользоваться бесплатным интернетом. Интернет? Да, интернет. А принтеры бесплатно? Принтеры у нас входят в стоимость. У студентов лежит уже $5 на счету, и можно эти, ну, в принципе, как и везде, да. То есть использовать. По-моему, 10 центов стоит. 10 центов страничка, это нормально, да. Здесь у нас находится библиотека. Она сейчас закрыта. Да, мы видим, отлично, супер. В библиотеке можно не только брать книжки, можно заниматься, там несколько столов, где можно расположиться, хорошая атмосфера, тихо, никто не мешает. А сколько этажей вообще в здании? В здании всего 6 этажей. 6 этажей. Два из них под студенческое общежитие. А, там студенты живут? Там живут студенты. Ага. Поднимаемся, отлично. На первом этаже администрация, библиотека, непосредственно компьютерный класс, куда можно прийти и пользоваться. На втором этаже у нас кафетерий. Сейчас происходит приготовление к Orientation Day, который будет в понедельник. А, как раз на который вот Оля, да? Больше 100 студентов, да, различных. Замечательно. Направлений. Сейчас будем репетировать, потому что... Репетировать даже? Будут репетировать, да, потому что нужно сделать приветственную часть, проверить, как работает звук, микрофон и все остальное. Хорошо. В нормальной рабочей обстановке здесь кафетерий. Можно прийти, привезти с собой еду, да, какую-то подготовленную еду, загреть здесь микроволновку. А, микроволновку, я понял. Вода бесплатная, то есть, допустим, взять с собой водичку, дошла. Все организовано очень достаточно так оптимально, практически все в столах, то есть всегда студентам хватает места, чтобы покушать. Сейчас у нас пустой кафетерий, потому что неделя у нас каникулярная, поэтому... Хорошо. Уголок, где можно купить напитки. Здесь все, что предлагает со специальными прайсами и скидками туристические компании. Ну и вообще они все время приходят, обновляют информацию, куда можно съездить студентам, допустим, брошюрки с собой, взять карты, интересные места, потому что всегда много вопросов, а куда ехать, что смотреть. Конечно, все есть в интернете, но когда собираешься в путь, да, интернет может быть плохой. Отлично. Плохой коннекшн, можно с собой взять брошюрки. Здесь у нас доска объявлений, допустим, где снять апартаменты. Часто бывают объявления о работе. Сейчас одно объявление я напечатаю на русском языке. Просили разместить здесь. Хорошо. Какие-то новинки, встречи с полицией, что-то новое появляется. Да уж лучше, да. Лучше вы к нам. Этаж у нас проходит сейчас реконструкцию, отсюда переезжает фильммейкинг в другое помещение, поэтому здесь... Фильммейкинг съезжает? Почему? Хотят расширить, брать больше помещений специально со звуковой, хорошей облигацией. Да, сейчас здесь пусто. То есть на этом этаже основное заведение, это, конечно, кафетерий. Где встречаются все студенты.
Вот дальше мы поднимаемся в третий этаж, где, собственно, и будут проходить курс английского, третий, четвертый этаж. Угу. Но дипломные программы, особенно бизнес, угу, у нас сконцентрированы в другом здании, стрит 92, рядом с башней. За счет центрального. То есть мне туда нужно будет ходить на лекции? Да. Еще у нас есть большое здание, где проходят лекции с приглашенными ораторами. Допустим, собирается 150 студентов, приглашенный оратор, вот интересный человек. Вот Альберт Стрит 92. Я думаю, что Басилон может пройти сюда. Есть еще одна компьютерная лаборатория, компьютер лэб. Можно прийти, подключиться к компьютеру. Сейчас у нас проходит, я так понимаю, прощание студентов, закончивших программу TESOL, учителей английского, с их преподавателем Майк Виолых. На протяжении определенного времени, кстати, один из выпускников его курса, новозеландец, собирается ехать в Москву. Буквально через неделю он летит. Он будет работать там. Преподаватель английский? Да, ему уже... Я, кстати, опубликовала объявление на своей страничке в Фейсбуке, ему там уже нашли, где жить и работу. Отлично. Вот так примерно выглядит класс английского, но вам, наверное, не очень интересен. В любом случае, у нас есть еще дополнительные курсы английского языка бесплатные. А, вот поподробнее, они пару раз в неделю, по-моему, да? Они проходят в этом кабинете. Они проходят каждый день. Каждый день? Каждый день. С понедельника по пятницу. А сколько часов? С часу 30 до 4 часов. Это 2,5 часа? 2,5 часа. Бесплатно? Пока у нас, да, бесплатно. Причем для всех желающих. Замечательно. Не обязательно быть студентом. А кто преподает? Это студенты, которые учатся быть учителями? То есть они, да, как бы практика? Да, студенты, которые... Я понял. Уже работали где-либо в мире учителями английского. Мы не берем на этот курс педагогов без опыта работы. Ясно. Учителями английского. Окей. Здесь они проходят переквалификацию. Приезжайте, ждем вас в Новой Зеландии. И в Иденс колледжес. И в Иденс колледжес.